середине России наконец немного похолодало. Сегодня утром столбики термометра опустились до минус 33 градусов. Сейчас стало немножко теплее, но, как видите, Енисей парит вовсю. А такое бывает только тогда, когда температура воздуха ниже 20. Сейчас она составляет 26 градусов мороза. Чтобы не быть голословным, вот показания прибора с моего термометра в автомобиле. Привет, друзья! Вы снова на канале Русского Сумасшедшего Пилота, и сегодня мы снова рассмотрим вопрос калибровки подвеса, потому что в предыдущем видео этот вопрос до конца мы не закрыли. Погнали! Итак, в предыдущем видео мы опробовали мануальный способ калибровки. Но результат хоть мы и получили, но, как говорится, переборщили. Также есть более простой вариант, с которого и следовало начинать. Это автоматическая калибровка подвеса. Ее я проделал. На самом деле ничего сложного в этом нет. Это следующий пункт в меню управления, где вы уже видели. И после того, как мы проделали эти манипуляции, результат у нас получился вполне приемлемым. То есть, смотрите. Условия сегодня практически такие же, как и в прошлый раз. Единственное, что ветер чуть-чуть послабее. В прошлый раз у нас задувало за десятку, в этот раз дует в районе 7-8 метров в секунду приземный, ну, поверху наверняка немножко больше. Находиться в это время на улице в минус 26, сами понимаете, удовольствие еще то. Поэтому сегодня очень коротко о главном. То есть, если мы хотим откалибровать подвес, если у нас возникли какие-то сложности, то первым делом мы делаем автоматическую калибровку. И если результат мы получили неудовлетворительный, тогда мы уже переходим к мануальной калибровке. О ней я рассказал вам в предыдущем видео, которое вы можете посмотреть по ссылке в подсказке сверху. На этом я прощаюсь с вами. Желаю всем мира, добра и тепла. И сам надеюсь попасть в какую-нибудь теплую сауну в конце концов. Поэтому до новых встреч. Пока.